Всем здоров, с вами Найт, и мы продолжаем проходить бесконечное лето свободы или счастья. В предыдущей серии Семен у нас записался в кружок библиотеки. Ну точнее, как он записался, ему пришлось перезаписываться, потому что дефолтный Семен, который изначально приехал в лагерь, записался за каким-то хреном в кружок кибернетики. Я не знаю, что его туда потянуло, но сейчас тут наш Семен находится, а наш Семен, он у нас гуманитарий, так что он подтянулся к вот такой вот замечательной тяночки. Пионерка пыталась объяснить мне, как устроена школьная стенгазета в СССР. И если не вдаваться в детали, то выходил совсем нехитрый набор. Одна статья хвалебная, другая ругательная, третья информационно-воспитательная. Для повышения читабельности обязательно нужен какой-нибудь веселый или шуточный материал. Да, мы тут помогаем Жене еще и это, чтобы нам тут просто так не сидеть. Мы же, Семен, работа, нам надо кому-то помогать. И решили помочь Жене со стенгазетой, с написанием текста, что вот сейчас будем придумывать. Окей, кого хвалить будем? Конечно, Славянок первый кандидат, но она моя соседка по домику. Получится, что я напишу про нее по блату. Нужна другая кандидатура. Ха, а давай-ка похвалим Ульяну. Пионерка вытаращила на меня глазами по 5 копеек, причем из-за очков ее глаза казались еще больше, почти как у героини аниме. Во, Семен, ты грезил об аниме, вот тут самая настоящая аниме-тяночка, плюс еще из-за очков ее глаза становятся больше, прямо как и в твоем любимом аниме. Так что, что ты ноешь, какие ответы, какие вопросы? Вот, взял, подошел, познакомился, помог со стенгазетой, да и все. И зашибись все. Может быть, что-нибудь потом светит, а может быть и нифига. Может, ты Семен в Семен опять превратишься. Ульяну, а за что это? Неправильно вопрос ставишь. За что? Дело второстепенное. Куда важнее зачем? Ладно, и зачем? Во-первых, это дико повысит просмотры. В смысле прочтения газеты, когда... А, в смысле прочтения газеты. Когда народ узнает, что в стенгазете похвалили проказницу Ульяну, все толпой повалят смотреть, чем же она так отличилась. Ха, хитро. А во-вторых, Ульяна тоже не ожидает ничего подобного. Она уже привыкла, что все ее считают мелкой разбойницей. Представь, как ей будет приятно, что мы ее похвалим. Да еще и публично. Она волей-неволей задумается, а не стать ли примерной девочкой в самом деле. Хотя это больше на фантастику похоже, но помечтать-то можно. Ну, это ты загнул, конечно. Хотя сама идея мне нравится. Хуже уж точно не будет, но все-таки за что хвалить-то будем? Ха, за погром в библиотеке, да, я только хотел про библиотеку вспомнить. Чего-чего? За ликвидацию погрома, я хотел сказать. За то, что все осознала, извинилась и сама же убрала устроенный бардак. Пионерка бросила на меня полный скепсис взгляд. Ну, типа Ульяна согрешила, но искренне раскаялась. Сделала выводы и вообще за одного битого двух небитых дают. Хм, определенный смысл в этом есть. Ладно, напишу, только без этих твоих библейско-басенных закосов. Вот и славненько, а теперь идем дальше. А кого ругаем? В этот раз Ульяна была бы отличным кандидатом, но две статьи об одном человеке — это уже перебор. Тем более хвалить и тут же рядом ругать ее будет совсем странно. Тогда Двачевскую? А чем она тебе не угодила? Тебе короткий список или полный ее достоинств? Обязательно ругать кого-то конкретно. Я не сторонник публичных унижений, особенно в случае с подростками. Ой, нашелся тут взрослый, да? Впервые за сегодня Женя выглядела абсолютно радостной. Наконец-то к ней вернулось хорошее настроение. Такое она мне больше нравится. Можешь смеяться, но сомневаюсь, что Алиса тут же все осознает и встанет на путь исправления. Если мы обругаем ее в газете, она скорее обозлится и будет намерена вести себя хуже обычного. Дабы показать, что ей публичные упреки до лампочки. Критикуешь? Предлагай. Я почесал за ухом, ухо почесало за мной. Так, ну что тут предлагать-то? Предлагай, говоришь? А давай поругаем администрацию лагеря, Семен. Семен, по тонкому льду ходишь. Если ты помнишь то, что ты в Советском Союзе, а за критику я не знаю, там...
тут же ссылали в замечательный курорт под названием ГУЛАГ или нет. Мне кажется, Семен бы почувствовал всю прелесть этого замечательнейшего курорта. Я вот даже представляю, Семен просыпается в один из дней в лагере, а около него не какая-нибудь прелестная Тяночка, а, скажем, НКВДшник рядом лежит в обнимку и такой: «Ну что, радость моя, погнали в замечательнейший курорт. Там хорошие конкурсы, веселое настроение, тебе там точно понравится. ГУЛАГ всегда с вами». «Что? Ты же видела, на пляже шезлонгов явно маловато. Понимаю, что всех пионеров ими не обеспечишь, но все равно 10 штук это позорно мало. Вот давай этим и повозмущаемся». Я уже говорил то, что Семен по тонкому льду ходит, но... В принципе... Блин, я не знаю, в совке подобный троллинг был или нет. Девушка задумчиво посмотрела в окно, вероятно, выискивая глазами пляж, который отсюда было точно не видать. В худшем случае мы просто еще раз повысим читабельность газеты этой статьей. Уверен, детям понравится. Ну, а если повезет, то местное начальство и в самом деле задумается над проблемой. А ты не думаешь, что нам за эту статью... Вот и я про это и говорил Семену, а? Вот, Семен, ты своей кукухой ничего не думаешь, а? Не думаю, мы верность курса партии не оспариваем, а критикуем отдельно недостатки на местах. Ишь, как завернул. Хорошо, годится, идем дальше. Еще Жень надо было подбавить. Если что, я тебя с потрохами сдам, сука, ты такая, да? Тем для информативного воспитательной статьи Женя выбрала сама. Было решено рассказать о пользе утренних пробежек. Мои протесты против столь банальной темы были отклонены жестко и решительно. Также была забракована и моя идея для развлекательной статьи. Женя посчитала слишком нереалистичную историю о том, как мальчик писал в истории веселые истории, какие-то там истории он писал в журнал, у меня уже язык начинает заговариваться, а его сестра их иллюстрировала. И они не знали о своем соавторстве, так как работали с редакцией независимо друг от друга. Ерунда какая-то. Что же они не видели, чем занят второй? Я хотел было объяснить, что при использовании компьютера и интернета такие вещи гораздо менее очевидны, но... Семену объяснений хватило в прошлый раз, с которыми он запорол свиданку с Женей, так что не надо, пожалуйста. Так, гораздо менее очевидно, но едва открыв рот, я вынужден был умолкнуть. Вот молодец, замолчи ты свой поганый рот. Для местных такая история была бы просто фантастика, а не комедия. Прости, Сагири, твоя история не для этой эпохи. В итоге Женя решил в четвертой статье пересказать забавную историю про любопытного котенка, которую вычитала в книге. Кажется, все решили. Теперь можешь брать какую-нибудь книжку и читать. Главное, не отвлекай, пока я пишу. Пионерка перевернула страницу в тетрадке, где прежде делала пометки во время обсуждения, и принялась быстро строчить текст, почти не останавливаясь для того, чтобы продумать очередное предложение. И все-таки поразительно, как эта девочка расцветает, стоит здесь спрятать свои шипы, ну просто милашка. С полминут полюбовавшись вдохновленной Женей, я достал из кармана смартфон. Пришло время устроить им маленькую провокацию. Так, Семен, убрал свою эту штуку обратно в штаны. А ну быстро, я тебе сказал, твоя совесть тебе это говорит. Я активировал камеру и навел объектив прямо на пионерку. Женя. Девушка подняла на меня глаза, и в ту же секунду я сделал снимок. Вас снимает скрытая камера. Ха, развлекаешься? Ага, знаешь, что это? Какая-то игрушка импортная. Ну, почти угадала. Формально говоря, да, но для чего она? С удовольствием послушаю, но не сейчас, а когда закончим. Девушка вернулась к своей тетрадке. Я ожидал более яркой реакции. Ей в самом деле пофиг, или все это странности из здешнего мира? Я навязываться снова не было смысла, я решил действительно оставить Женю в покое и правильно сделал, и отправился к ближайшему стеллажу. Там я обнаружил Денискины рассказы, которые я тут же выдернул из общего ряда. Усевшись за стол, откуда лучше всего была видна Женя, я сделал вид, что читаю,
а сам продолжал рассматривать девушку отдельной ее формы, ты хотел сказать, да? Чертов Семен. Вот интересно, когда Женя остается наедине с собой? Она такая вот, как сейчас, увлеченная и веселая, или скучающая и угрюмая? Какой она мне показалась при первом знакомстве? В очередной раз, оторвав взгляд от бумаги, чтобы обновить новую строчку, пионерка встретилась с глазами со мной. И в очередной раз, со мной и подмигнула. Теперь у меня уже не осталось сомнений в том, что есть две Жени. Ну а точнее, Семен, ты, блин, лошара такой. Тебе, девушка, типа, подмигнула, типа, ну чё, не против с тобой сходить куда-то. Вот еще ей помоги с чем-то, да и все. И, как говорится, здешний ловелас Семен будет в деле. Я не знаю, мне что-то кажется, то что Семен из оригинальной игры был какой-то более сговорчивый, что ли. Хотя, если вспоминать там, когда они с Женей пересекались, то это просто было как, я не знаю, там, как огонь и пламя, просто. Женя постоянно бузила на Семена, Семен как-то недовольно отвечал, да, и так далее. Одна такая вся холодная и колючая, про которую умалчивают, по умолчанию видят все окружающие. И вторая веселая, задорная, смешливая, которую можно увидеть, если проигнорируешь ее напускную сварливость и отнесешься к девочке с искренней доброжелательностью. И тем удивительнее, что именно я оказался тем мальчиком, который умудрился преодолеть трехслойную броню лагерной библиотекарши и открыть ее истинный облик. Ведь я уже привык сторониться девушек, видеть в них лишь угрозу моему душевному равновесию. Семена опять, я так помню, понесло. Статьи в школьных стенгазетах коротенькие, всего по 3-4 абзаца. Не мудрено, что материал для номера у Жени был готов буквально через полчаса. Я даже не успел дочитать историю с манной кашей, так как слишком много времени потратил на разглядывание вдохновленной Жени. Ну вот, теперь можно сделать на типографию. Точнее, сдавать на типографию. Куда-куда? Теперь Лена красиво перенесет текст на ватман, добавит пару рисунков и оформит газету винтировками. Спасибо, Женя, то, что объяснила для такого зумера, как Семен. Конечно, пару фотографий было бы добавить не помешало. Портрет Ульяны и пейзаж нашего пляжа. Да только где их сейчас возьмешь? Семен, я надеюсь, ты не предложишь кое-какую услугу. Я осторожно прикоснулся к смартфону в кармане. Не смей, сука, такая. Фоткать не проблема. Проблема распечатать. Эх, темные времена, блин. Женя поднялась из-за стола и направилась в комнату за дверью, которую до сих пор почему-то не замечал. Сразу же оттуда донеслись голоса. Так, Лена все это время была здесь. Ладно, без меня разберутся. Я вернулся к приключениям незадачливого Дениски. Ну, Семен, спросил бы, как там, что помочь вам, а? В аниме, сериалах и кинофильмах мне всегда казались неправдоподобными сцены, где герои всей семьей или дружеской компанией вместе завтракают, обедают или ужинают, попутно обсуждая свои приключения и планы на будущее. Ну, с чего бы нормальным людям вместе принимать пищу, да еще и болтать при этом? Действительно, какие-то странные люди. Так ведь не бывает. Особенно бывает, когда, как Семен, сидишь перед компом, кучу еды наложил, и я прямо сейчас кину взгляд на тарелку, которая у меня лежит за компом, и чисто ни с кем не общаешься. Да, Семен, лучше же так бы, чем просто с кем-то общаться, поговорить. Я на самом деле сторонник того, то что прогуляться куда-то, пообщаться, но если лень, конечно, не будет, что в большинстве мне бывает наоборот, как раз-таки лень. И Семен у нас тут рассуждает примерно в таком же ключе. В реальности ты ведь просто берешь тарелку с едой и отправляешься к телевизору, либо компьютеру, чтобы спокойно поесть за просмотром чего-нибудь не слишком умного. На худой конец просто пялишься в смартфон, попутно поглощая еду. После попадания в совенок у меня появились причины пересмотреть свои взгляды на этот вопрос. В лагере каждый прием пищи, завтрак, обед или ужин проходил в общей столовой, где ты волей-неволей оказываешься в чьей-нибудь компании.
В очередной раз, поймав себя на том, что мне придется обедать вместе с другими людьми, я всерьез задумался, где же была ошибка в моих прежних взглядах. Ошибки не было. Был мой затворнический образ жизни, который предопределял сложившийся обеденный ритуал. О чем задумался Семен? О вечном, Ольга Дмитриевна, о вечном Семен задумался. Ну что ж, я думаю, то, что на этом мы как раз приостановимся и продолжим уже приходить в следующей серии. Так что на этом все. С вами был Настя. Если вам понравилось данное видео и вы хотите больше видеороликов по данному моду, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, делитесь видео с друзьями. И всем до скорой встречи. Всем удачи, всем пока.